Всем привет! Сегодняшнее видео я посвящаю Санси Футура. Вот такой большой у меня был куст. Тут крупненький был, большой. И вот что с ним случилось. Ну, хочу рассказать предысторию. Я его нашла на выставке. Взяла. Мне очень хочется применять слово «помойка». Ну, в общем, и только вы не подумайте, что я лажу по помойкам. Пошла выносить свой мусор. А наверху в контейнере лежит огромный куст. Вот таких 5 розеток было. 3 больших и 2 поменьше. Ну, я назад тоже с пустыми руками не пришла. Я ее, конечно, забрала, разделила, рассадила. И вот один куст у меня вот заболел. Точка роста была поражена клещом. Он весь был поражен клещом. Я благополучно его лечила. Вот оранжевая. Клещом. А этот, видать, был глубоко поражен. Не попала я хорошо полечить ему точку роста. Ну, короче... Санса решила, что она помирает. И дала мне 2 деток. И вот эти детки где-то с ноября появляться стали. Вот они как быстро выросли. Где-то 3-4, наверное, месяца. Я их хочу сегодня отсадить. От мамки уже тут соков нет никаких. Брать нечего. Будем отсаживать. Так. Вытащим для начала. Не так-то просто. Вот. Ничего сложного нет. Мамку отделить, детей отделить. И в новые горшочки рассадить. Освобождаем. Мамка потихоньку листики желтела. Я листики убирала от большого. Ну, там штук 8-10 было у ней листьев. Я постепенно их удаляла, удаляла. Вот эти последние вот остались. С мамкой так быстро растут детеныши. Чистила, чистила я ей точку роста. Травила, травила. Но она, наверное, решила все. Уйти на радугу цветочную. И решила оставить потомство. Где тут не могу дорыться до соединения? Вот так. Ну и второй. Ох, как сильно. Опа.
Ну, это все мы выбрасываем. Это нам не надо. А деток мы посадим отдельно. Отличные детки. Без клеща. Вот здесь я хочу вот это вот убрать. Сухоту лишнюю. Вот одна, мне кажется, покрупней. Да, одна покрупней. Другая поменьше. Чуть-чуть. Но они так друг за дружком и вылезли. В этот же горшок одну посажу, а другую в другой горшок посажу. Так, я сейчас присыплю углем. Место отсоединения. Не буду подсушивать. Так и посажу. Так, грунт где у меня? Так, наверное, еще подсыплю низко. Ну, так пойдет. Поливать не буду. Грунт влажненький. Вот теперь будет самостоятельный цветочек у меня. Было 5, стало 6 кустов. Ну вот и все. Полосочек желтых еще нет, маленькой, потому что вот эти будут желтенькие. Такая молодая, свежая зелень. Красивая. Красивый кустик. Пожелтеет с возрастом. Ой, какая хорошенькая. Ладно, всем пока. Красивых вам цветочков, всем мира и здоровья. Пока-пока.